и оно наконец-то случилось. Ее не было в России 4 года. И за это время канадская ранетка, настоящая пацанка Аврил Лавин, сильно изменилась. Девочка с электрогитарой на наших глазах превращается в элегантную исполнительницу и чуть ли не леди. Впрочем, на московскую сцену рокерша поднимается в давно полюбившемся фанам образе скейтер-герл. В нашей стране рваные джинсы и кедики снова вытеснили глэм-платье. Аврил в последнее время вообще проявила себя как знаток разной одежды. Ведь в грядущей неделе моды в Нью-Йорке она собирается представить собственную коллекцию. В ней будут и вечерние наряды, и даже купальники. Работа над коллекцией была довольно захватывающей, и я жду не дождусь ее показа. В Москве Аврил не только поет, еще и дает диджей-сет в одном из столичных клубов. Однако ее клубное выступление ограничивается лишь сменой пары пластинок. Звезда больше выпивает и общается с молодыми людьми. Я не знаю, не задумывалась найти себе русского парня. Впереди у Аврил Лавин еще концерт в Санкт-Петербурге, о котором Муз тоже расскажет. Про новости. Анна Эрхим, Макс Куликов. Про новости.